Пятая школа, первая в городе, внедрит в уроки физической культуры занятия флорболом. Этот вид спорта начнут культивировать в учебном заведении в следующем учебном году. Благодаря помощи депутата законодательного собрания Челябинской области Владимира Дремова и благотворительного фонда «Металлург» уже закуплен необходимый реквизит. Дети начинают знакомиться с этой командной игрой. Подробности у Павла Берсенева. Флорбол – это разновидность хоккея. В него играют на твердых, ровных поверхностях. Вместо шайбы используются пластиковый мяч. Клюшки – специальные. Ворота в несколько раз меньше привычных хоккейных. От старшего собрата флорбол отличается доступностью. Неважны возраст, пол и физическое состояние игроков. Это по-настоящему народный вид спорта. Флорбол содействует, наверное, всестороннему гармоничному развитию ребенка, развивает все физические качества, но как новый вид спорта детям он наиболее интересен. И я думаю, что это дополнительная мотивация к занятиям физической культурой и спортом. Сила, командный дух, мышление. Это ребята сегодня как раз-таки на уроке и сказали. Меткость называли, да, ловкость. Все то, что необходимо именно в флорболе. Пятая школа известна прежде всего благодаря успехам ее воспитанников в точных науках, однако есть чем гордиться и в спорте. В прошлом году ученики стали победителями чемпионата WorldSkills в компетенции физическая культура, а также призерами Всероссийской спортивной олимпиады школьников. Есть достижения и в других командных видах спорта. В следующем году третий час физической культуры в начальной школе, это у нас будет игра во флорбол. Поэтому то, что нам посчастливилось получить оборудование для флорбола, и мы вот сейчас ведем уже ознакомительные занятия с этим видом спорта, это здорово, потому что думаю, что мы теперь будем показывать результаты не только в волейболе, баскетболе, а еще и подготовим флорбольную команду. Талантам нужно помогать. Как и любой другой вид спорта, флорбол невозможно развивать без необходимого инвентаря. Помощь в его приобретении оказал депутат законодательного собрания области Владимир Дремов. В этом году просто уникальная возможность появилась благодаря нашему партнеру, благотворительному фонду «Металлург», «Помогай школам». В этом году мы помогли 4 школам приобрести все необходимое. То есть, как правило, это спортивный инвентарь, оборудование для кабинетов музыки, для кабинетов творчества. Вот благодаря такой поддержке мы имеем возможность, в том числе, такие инновационные методы физической культуры внедрять, как вот на базе 5-й школы. Данное сотрудничество будем продолжать. Павел Берсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.